Здравствуйте. Мне очень приятно еще раз выпускать видео, чтобы вы установили GTA 5 Redux, обновленная версия 1.12, выпущена 20 декабря. Обновление. Я сейчас покажу, как его установить и что для этого нужно. Все файлы и ссылки будут в описании, чтобы вы не перепутали ничего и не торопитесь устанавливать, потому что если вы что-то сделаете не так, как я покажу вам на видео, то у вас не получится, у вас будет вылетать игра. Давайте посмотрим, как скачать. Вот у нас официальный сайт Redux. Тут нажимаем «Продолжить чтение». Здесь «Скачать». После чего у меня торрент файлов скачать. Если вам нужна программа для торрент файла, чтобы скачать, напишите мне в смс. Я скину ссылку, чтобы вы скачали. Я вот скачал уже этот файл через торрент. Это, ну, где-то минут 10-15 он скачивается. Смотря какая скорость вашего интернета. Все, я скачал этот файл. Проходим второй файл. Скачиваем. Reshade 5.0. Скачали. Open 4 программу мы загружаем. Установили. Конфликт. Это самое важное, что нужно, не вылетала наша GTA 5. Загружаем его. Доп файлы. Все то же самое, чтобы не вылетала игра. Скачиваем. Скрипт. Последний. Этот файл загружаем. И тренер. Последний тренер у нас. Все. Все файлы находятся у меня в загрузке. Вы открываете свою папку с загрузками. Вот у меня все файлы. Что нам нужно установить? Сначала мы пройдем. У меня Steam версия лицензионная. Проходим Steam. Steam App. Камон, GTA 5. Вот у меня чистая GTA 5, чистая, без каких-то модов. Все полностью чистое. Для того, чтобы мы продолжим сейчас, давайте я пошире папку сделаю, чтобы было удобнее видно. Начнем распаковывать файлы. Я распаковываю, у меня Windows 11, там все просто. Распаковать, открыть при помощи, вот у меня архив. Вот они. Эти два файла берем и перекидываем в GTA 5. Вот они появились. Закрываем. Удаляем файл, чтобы нам не мешался. Открываем второй. Также, если вам нужен zip-архив, чтобы открывать, или winrar-архив, напишите мне в комментарии. Я тогда вам скину ссылки на этих программы без вирусов. Так, первый перекидываем. И второй перекидываем файл. Все, мы перекинули, закрываем, удаляем. Тренер давайте перекинем. Открываем. Так. Нам нужно вот этот файл перекинуть. И второй файл перекинуть. Это мы в корневую папку с игрой не забываем. Удаляем тренер. После чего мы открываем конфликт. Но это в последнюю очередь. Давайте скрипт-хук откроем. Также мы перекинем в корневую папку с игрой вот эти файлы. Вот они все появились. Это в корневую папку с игрой. Так, удаляем. Второй открываем. Вот этот мы файл удаляем. Потому что он нам не нужен. Более есть тренер, более лучший. А эти файлы мы также перекидываем в корневую папку с игрой. Тут все просто. Просто не торопитесь, смотрите, что я делаю. Все, скрипт это удаляем. Также осталось у нас. Открываем. Нам нужно решить. Вот это мы перекидываем. Перекидываем в загрузке. После чего я вам покажу, как установить его. Вот он скачался, этот файл, перекинули мы его сюда. Сейчас он все, вот он остался у нас в загрузках. Теперь мы заходим вот в эту папочку. И все, копируем в корневую папку с игрой. Берем, выделяем и копируем. Все,
настало. Вот они все скопируют все файлы. Закрываем этот файл. И папку вот эту мы удаляем. Она уже больше нам не нужна. Так, русский. Я принимаю. Продолжить. Создать ярлык, запустить и программу, куда мы устанавливаем. Так. Запускаем после установки. Так, да, скачиваем 20 мегабайт. Так, вот она запустилась у меня. Открываем GTA 5 Windows. Указываем, где у вас находится папка с игрой. У меня находится на диск D. Проходим диск D. Steam. Come on, GTA 5. Вот эту папку мы указываем. Все, выбор папки. Если у вас все правильно, то у вас загорится зеленый значок. Все, продолжить. Продолжить. Будьте тут немного внимательнее. Я буду показывать, что нужно нажимать. Тогда вы не ошибетесь. Так, открылось у нас. В первую очередь мы нажимаем редактирование. Это всегда надо нажимать при входе. Потом мы устанавливаем доп. Файлы. То есть у вас будет вот так вот все. Установим раз, два. Здесь мы разрешать редактировать только в папке mods. Галочку мы ставим. Нажимаем да. После установить. Все, вот эти три файла мы установили, допы. Закрываем. Вот у нас сама GTA 5. Здесь мы устанавливаем Redux. Вот этот Redux. Redux, как вам удобнее. Закидываем в папку с игрой сюда вот. У вас появится такое окно. Вы не торопитесь. После чего вам предложат установить. Установить. В папку mods. Не в папку с игрой, чтобы потом можно mods удалить и играть дальше. В папку mods. Где мы заменяем. Установить. Все, буквально 10-15 минут он устанавливается. Ждем. Закрываем этот файл, он уже установился. Потом надо удалить, чтобы нам не мешались эти файлы. Давайте вот этот файл удалим. И этот файл удалим. Открываем папку, это самая важная папка, чтобы не улетала GTA. У меня Steam версия, у меня последняя версия. Значит, мне нужно найти файл вот этот, последней версии. Открываем. Вот именно в эту папочку надо и перекинуть данный файл, который сейчас я вам покажу. Открываем, у меня последняя версия. То есть я еще раз объясняю. Здесь ищем номер версии своей. Открываем этот файл и перекидываем в эту папочку. Не ошибаемся. Скидываем. Если у кого-то другая версия игры, то тогда вот ищите вот в этой папочке. Выбираем свою версию игры. Вот, смотрите. Номер своей версии игры. И тогда уже распаковываем и открываем, допустим, вот этот файл. То есть ищите свою версию игры. Все, удаляем данный файл. И последний остался. Открываем. Запустился. Нужно найти, где находится у вас GTA 5. Steam у меня, Come on, GTA 5. И именно вот этот файл большой самый. Именно, не ошибитесь, вот это именно файл. Надо указать папки. Вот именно вот этот файл. Нажимаем. Yes. DirectX 12. Все правильно, вот этот. Нажимаем. Спускаемся вниз.
Нажимаем этот файл. Yes. И еще раз. Все ок. И запускаем игру. Это удалим файл. Ну вот, давайте посмотрим, какая графика. Я вот зашел в игру. Ну посмотрите, это я еще не включал никакие пресеты. Давайте посмотрим теперь пресеты. Home нажимаем. Если у вас так будет выпадать, нажимайте, удерживайте Home, пока не отключится. Вот. Нажмете, держите. Так. Здесь вы уже под себя под... Так. Можете вот так сделать экран, как кино. То есть под себя подбирайте яркость, четкость. То есть все максимально делайте для себя, как вам более удобно и красиво. Так. Также мы здесь пресеты посмотрим. Так, нажимаем. Ну, так, мутно. Давайте посмотрим что-нибудь другое. Вот. Более яркая и сочная картинка. Давайте следующий посмотрим пресет. Опять как-то не очень. Давайте следующий посмотрим. То есть вы уже под себя будете выбирать, какой вам нужно. Более яркий, более насыщенный. Такой не очень что-то мне нравится. Так. Ну вот самый оптимальный, мне кажется, пресет, чтобы более яркая картинка и все остальное. Здесь мы поищем качество, посмотрим. Так. Все, чтобы вам закрыть, нажимаем опять. Escape. Все, ну более вот смотрите, какая картинка появилась. Больше надо смотреть, тачки какие у нас гоняют. Давай-ка мы его высадим немножко. Ну-ка вылезь, дружок. Ну посмотрите, просто шикарная картинка. Пальмы, дома, прорисовка. Если вам нравится, тогда поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Это мотивирует о том, чтобы мне выпускать дальнейшие видео. Вот уже полиция к нам приехала. Так. Ага. Не здесь-то, как говорится, было. Вот посмотрите, ничего не зависает на скорости. Так, 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 стой, стой, стой. Посмотрите, какая графика. На какой скорости мы гоняем с 2 гигов карта. Это просто шикарно, я считаю. Посмотрите, никаких зависов. Летает машина скоростные, какие стали. Посмотрите, скоростинка какая. Ничего не зависает. Ой. Смотрите, какая прорисовка. Здания не пропадают. Все четко. Вот смотрите, повреждения, какие новые машины стали. Вон она. Так. О, по мне уже пулят. Пригонил. Все, колеса пробили. Ну ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кому понравилось это видео. Всем до свидания, всем пока.